Здравствуйте, уважаемые дачники, садоводы и огородники. Ветер и дождь, все назойливее нам напоминает об осени. Сентябрь, падают листья, а в огороде грядки становятся практически пустыми. Но это не значит, что делать нам с вами больше ничего не надо. До конца месяца еще многое надо успеть. Спонсор рубрики «Сеть удачных магазинов». Сейчас середина сентября. Посмотрите, какие помидоры. Они еще наливаются, растут. Вы спросите, а чем я их подкармливаю, как за ними ухаживаю? Я их раз в две недели подкармливаю сиянием. Посмотрите, какие они хорошие. Чтобы растения не болели, я осенью после сбора урожая землю обрабатываю формайодом. И также всю теплицу внутри обработаю формайодом. И все, что у меня там... Стволы остались, листья какие, я их в компостную яму. Ну, какие будут заражены чуть-чуть, я их тоже обработаю формайодом. Весной обработаю только землю, поэтому земля будет всегда здоровая. И если у кого-нибудь слишком кислая почва, я вам просто советую, обработайте землю известью, сделайте известкование, и у вас будет почва очень хорошая. Обычно говорят, что нужно землю менять или место менять. Ну, это просто невозможно, и не в силах мне это сделать. Поэтому вместо того, чтобы мне менять землю, я просто обрабатываю формайодом. И у меня земля всегда не больная и хороший урожай. Поэтому и вам советую, чтобы не менять землю, это же надо вынести, новой земли достать. Это очень трудоемко, поэтому обрабатывайте формайодом. Продолжая разговор о помидорах, хочу поделиться своим опытом. Ну, сделала эксперимент небольшой. Первые пасынки, которые обрезала, мне было жалко их выбросить. А тут место было, я взяла, посадила. Ну, что будет? И вот посмотрите, какие выросли. Они догоняют те помидоры, которые в теплице растут. Хочу поделиться еще одним экспериментом. Прочитала в журнале, что можно посадить вверх корнями. Ну, у меня помидоры остались, а места нет. Вот и я решила сделать. Видите, получилось как? Ну, тут уже помидоры уже какие сняли. Вот так и растут. Места много не занимают. Это сорт «Черная гроздь». Ну и главное, что их подвязывать не надо. Они сами по себе висят, а какие нужно по инерции, поднимаются кверху. Я посадила много старых сортов, но я решила посадить новые сорта. Вот новые сорта, видите, какие хорошие. Они очень удобны для закрутки в банки. Ну, можно их назвать дамские любимчики. Очень плотные, хорошие. Поэтому посадила новые сорта, вон, болото называются. Они крупные, хорошие, но они лучше, конечно, для еды. Каждому огороднику желаю посадить новые сорта. Ну и, например, как сорт черри. Называются они фаворит. Они очень высокие, красивые. Но посмотрите, сколько их много. Они сладкие-сладкие и очень красиво смотрятся. Я вам желаю, чтобы у вас под рукой всегда был и формайод, и сияние. Формайод – это здоровая почва, а сияние – это хорошее питание растениям. Желаю вам, товарищи огородники, хорошего урожая, богатого урожая и удачи на даче. Подарки получать приятно, неожиданные вдвойне. Удачный на Гоголя дарит всем пенсионерам каждый понедельник скидку 15% на все покупки. Выбирайте самые красивые нарциссы и тюльпаны, урожайный озимый чеснок и не забудьте сидираты. Это здоровье и плодородие почвы. Порассеять и сажать. А в садовую аптечку непременно добавьте Пропи-плюс, формайод и сияние. Шашки для дезинфекции теплицы подвалов. Осеннее удобрение предлагает удачный на Гоголя. Весь ассортимент товаров сети удачных магазинов вы сможете приобрести по адресам: магазин «Удачный сад», Депутатская 47 и Трелисера 8/3, супермаркет «Удачный» на Гоголя, магазин «Дезир» с Красноказачья 85, садовый центр «Удачный» на Трактовой, телефон оптовых продаж 500-798, работает интернет-магазин «Удачный сад» Иркутск. Да, дорогие друзья, сентябрь в зените, пора забыть о лете, но так не хочется. Но именно сейчас нам пора подумать о зимней подготовке сада и огорода. Именно сейчас мы с вами закладываем основы достойных будущих урожаев, причем особенно в теплице. Ведь, как поется в песне, без воды, а в наших условиях без теплицы, и не туды, и не сюды.
спонсор рубрики, завод поликарбоната «Сотекс» представляет инновационный поликарбонат «Сотекс Био». Больше тепла, лучше урожай. Моя бабушка мне говорила: дешево догнило, дорого домило. А еще есть такая поговорка: семь раз отмерь, прежде чем один раз отрезать. Наверное, это относится в полной мере и к выбору теплиц на наших садовых участках, потому что это достаточно дорогая покупка. А кроме того, мы хотим, чтобы теплица на нашем участке служила не один, не два, не три, а десятилетия. И сегодня в который раз мы вместе с вами будем говорить о том, какая должна быть теплица на нашем участке, вместе с нашим экспертом Владиславом Лочкаревым. Наверное, стекло, пленка уже давно ушли в историю. Сегодня мы выбираем поликарбонат. Кстати, каким он должен быть? Татьяна Васильевна, как мы с вами знаем, поликарбонат на рынке существует великое множество. Много марок, много различных характеристик. Я могу лишь дать нашим телезрителям общий совет, который просто запомнить. Чем толще лист поликарбоната, тем он надежнее, тем он лучше выдержит и ветровые, и снеговые характеристики, и тем внутри теплицы будет теплее. Также нужно обязательно обращать внимание, чтобы в поликарбонате была защита от ультрафиолета. Если мы хотим, чтобы наша теплица простояла дольше, чтобы она не желтела, не разрушалась, обязательно нужно защищать наш лист от ультрафиолета. Ну и также обращайте внимание, чтобы производитель был сертифицирован, чтобы вам могли предъявить санитарно-гигиеническое заключение, пожарный сертификат, декларацию ответственности. Мы на своем заводе каждой партии продукции проводим испытания и готовы предоставить расширенную гарантию, потому что точно уверены в ее характеристиках. Замечательно, что урожайность в садах и огородах – это проблема не только тех, кто выращивает эти овощи, но еще над этим работают ученые. И сегодня на рынке появились инновационные разработки, которые уже внедряются в производство. Вот чуть подробнее расскажите нашим телезрителям об этом. Если говорить про инновационные разработки, то можно с интересом рассказывать о сотовом поликарбонате «Сотекс Био», который в заводских условиях добавляет специальная, я бы даже сказал, уникальная добавка БАСКА PF65. Это особо разработанный учеными теплоудерживающий концентрат. Вы знаете, и мне, и нашим телезрителям хотелось бы подробно и просто понять, что эта добавка дает тем, у кого есть теплица. Мы хотим там вырастить, конечно, большой урожай, практически максимальный. Вы нам можете в этом помочь? Если говорить совсем простыми словами, то добавление нашего концентрата в лист поликарбоната наделяет его уникальными свойствами. Жесткому солнечному ультрафиолету нет доступа в нашу теплицу, мы сохраняем наши овощи. Ночью же, когда перепады температуры наблюдаются, тепло сохраняется внутри закрытого грунта, внутри парника, внутри теплицы, что позволяет нивелировать перепады, что позволяет сохранять влажность и что способствует активному росту и плодоношению наших овощей. Если у нас равномерная температура и днем, и ночью, значит, растения лишены стрессов, значит, мы получаем более серьезный, богатый урожай. Но говорят, что каждый кулик свое болото хвалит. Скажите, пожалуйста, а есть ли у вас какие-то испытания, заключения, что био – это действительно самый современный, самый лучший материал? Конечно же, у нас есть заключение ученых. Прежде всего, это экспертное заключение Аграрного университета Санкт-Петербурга. Кроме того, уже в нашем регионе совместно с учеными Иркутской государственной сельхозакадемии мы провели собственные испытания, результаты которых говорят о благоприятном воздействии теплоудерживающего концентрата на рост овощных культур в закрытом грунте. К сожалению, мы живем в мире подделок. Ну, так сложилась жизнь. Как отличить качественный биополикарбонат от всех остальных? Специально для наших потребителей мы разработали дизайн такой маркировки, где вы видите слово «био». Это говорит о том, что в данном поликарбонате есть эта уникальная инновационная добавка. Владислав, спасибо вам большое. Я думаю, что многие наши садоводы и огородники получили максимально качественную и, конечно, полезную информацию. Ну а теперь давайте вместе узнаем мнение ученых. Южное Прибайкалье относится к зоне рискованного земледелия. Растениеводство вообще и овощеводство в частности очень проблемная отрасль сельского хозяйства нашего региона. Поэтому достойные урожаи овощных культур, таких как томаты, перцы, баклажаны, огурцы, можно получить только в закрытом грунте. Среди множества покрытий самый современный, на мой взгляд, это поликарбонат.
Но их тоже великое множество. И производители разные рекомендуют свой товар, свой поликарбонат, и у него есть разные характеристики. Хотелось бы остановиться на поликарбонате, которым покрыта вот эта теплица. Определенные присадки, которые добавляются в этот поликарбонат, улучшают микроклиматические характеристики этой теплицы. В чем же преимущество? В ночное время эти присадки, эти добавки задерживают тепло внутри теплицы. В дневное время происходит рассеивание ультрафиолетового излучения. В течение суток улучшаются влажностные характеристики. Влажность распределяется равномерно по площади теплицы, по ее объему. Происходит лучший рост, развитие и завязывание плодов. Наши ученые провели испытания разных поликарбонатов. И присадки, которые используются в поликарбонате Sotex Bio, показали себя самой лучшей стороны. Уважаемые овощеводы, поэтому при выборе покрытия для своих теплиц, парников, когда вы будете выбирать поликарбонат для себя, не забудьте обратить внимание на приставку Bio. За последние несколько передач мы с вами обсудили, причем очень тщательно, пожалуй, каждую деталь при выборе теплицы. Я думаю, что в ближайшее время она появится на вашем участке и станет уютным домом для ваших полезных овощей. А кроме того, принесет максимальную пользу. Завод поликарбоната Sotex представляет новинку Sotex Bio и предлагает широкий выбор поликарбоната по доступным ценам при отличном качестве. Больше тепла, лучше урожай. Адрес: улица Трактовая, 18Б/А. Звоните 768-300. В сентябре на даче кардинально меняются ценности. На смену холодным напиткам, квасу, морсу и компоту приходят горячий кофе, какао и, конечно, традиционный чай. Кстати, как гласит пословица, чай должен быть как женский поцелуй. Крепкий, горячий и сладкий. Спонсор рубрики — компания «Биом». Технологии здоровой жизни. Уважаемые дачники, садоводы и огородники, как приятно теплым летним вечерком или осенним погожим деньком, а то и зимой под елочкой выпить горячего чая в компании с друзьями, в беседке, на веранде, а то и просто под елочкой. В современных условиях сделать это совершенно несложно. Но у нас появились новые уникальные технологии, и сейчас мы о них подробно поговорим вместе с нашей гостьей Анной. Здравствуйте. Анечка, скажите, пожалуйста, чем отличаются вот эти, на первый взгляд, совершенно обычные чайники? Эти чайники в первую очередь отличаются от своих собратьев тем, что позволяют вскипятить именно то количество воды, которое нужно вам сейчас в данную минуту. И кипячение происходит буквально за считанные секунды. При этом вода в резервуаре, та, которая не используется, всегда остается холодной и не подвергается многократному кипячению, что положительно отражается на качестве воды. Вода не теряет своих полезных свойств. Достигнуть этого нам позволяет современная инновационная технология моментального нагрева воды неметаллическим нагревательным элементом. Нагревательным элементом в этом чайнике выступает вот такая кристаллическая, по сути, стеклянная трубочка. Проходя через нее, вода за 2 секунды достигает температуры кипения. Так как эта трубочка не металлическая, то есть, да, вода не соприкасается на всем своем пути с металлом, не соприкасается с накипью, так как в этой трубочке она не образуется. Из-за того, что накипь не образуется, долговечность нагревательного элемента значительно выше, чем у обычных чайников. Каждый день мы с вами пьем огромное количество воды, чая или компота. Вот в этом чайнике вода получается полезной. Правда, я не понимаю, как это может быть. В момент мгновенного кипячения, который происходит в этом чайнике, вода, ее молекулы разбиваются на более мелкие кластеры. По качеству нашу воду, полученную из этого чайника, можно сравнить с талой водой.
Такая вода лучше усваивается нашим организмом, в этом, по сути, ее полезность. Так как мы кипятим именно необходимое нам в данный момент количество воды, таким образом, помимо всего прочего, мы еще и экономим электроэнергию. Это очень актуально, потому что электроэнергия у нас, цена за электричество подрастает, к сожалению, едва ли не с каждым днем. К тому же еще существуют модели чайников, в которых можно регулировать температуру подачи воды. Например, если вы любите пить китайские чаи, вы наверняка знаете о том, что многие сорта чая нельзя заваривать 100-градусным кипятком. Таким образом, чайник позволяет нам регулировать температуру от 70 до 100 градусов, что позволит нам получить качественный напиток. Аня, а как же мой любимый чай под елочкой? Для чая под елочкой можно использовать чайник-термос. Он нагревается как обычный чайник, но в связи с тем, что у него есть металлическая колба, он сохраняет тепло воды еще на протяжении долгого времени. Вы можете взять его и пойти попить с друзьями чай в беседке или на берег, ну или куда вам будет удобно. И он не требует дополнительного подогревания воды, то есть вы не привязаны к электричеству таким образом. А я бы хотела отметить, что этот чайник, ну, во-первых, очень красив термос, а во-вторых, наверное, полезен в семье, где есть маленькие дети и есть угроза, чтобы они не обожглись. Безусловно. Во-первых, корпус чайника не нагревается, он даже при налитом в нем кипятке всегда остается холодным. Во-вторых, чайник-термос снабжен клапаном от пролива воды, что, безусловно, спасет наших деток. Даже если они возьмут этот чайник и уронят, с ними ничего не произойдет. Экономично, экологично и красиво. Да. И это не единственная новинка, которую мы сегодня готовы представить нашим садоводам и огородникам. Рассказывайте дальше. Технология моментального нагрева используется не только в чайниках, но и в других приборах. Например, проточный душ, который нагревает, так же как и чайник, воду моментально. К нему подключается вода из водопровода. Вы можете использовать ее на даче, дома, ну в любых условиях абсолютно. И нагрев происходит моментально, и так как я уже говорила, что накипь в этом нагревательном элементе не образуется, то долговечность этого прибора конкурирует значительно с любыми другими приборами, которые представлены на рынке. А это значит, что теперь мы с вами можем отказаться от огромных емкостей, где греется вода, а буквально включить в розетку и мыться теплой водой. Безусловно, этот прибор позволяет экономить наше время, а также площадь вашего дома. Замечательно и восхитительно. И еще, что немаловажно, стоит он не так дорого, как может казаться на первый взгляд. Цена вполне приемлемая. Мобильный душ позволяет нам иметь горячую воду на даче в любое время и без особых хлопот. Мобильный душ не требует специальных работ по установке. Он очень удобен, легко перемещается, имеет небольшой вес и размер. Для того, чтобы воспользоваться душем, нужно сделать несколько нехитрых действий. Наполнить резервуар водой, при том, что вода может использоваться любого качества, например, из бочки, водоема или скважины, так как наш душ оснащен системой очистки, то есть в нем расположено несколько фильтров, очищающих воду. После этого на табло вы выбираете нужную вам температуру, до которой вы хотите нагреть воду, и нажимаете кнопку «Нагрев». Подогрев воду, душ подаст звуковой сигнал, и вы можете приступить к водным процедурам. Оснащен устройством защиты от перепада напряжения. Душ можно использовать для мытья посуды, для мытья машины, для полива теплолюбивых растений, например, огурцов и помидоров. Максимальная температура нагрева душа 50 градусов. Его можно использовать как летний душ на даче, в бане, в городской квартире, когда у вас отключили горячую воду, или даже в салоне красоты или парикмахерской. Настоящая палочка-выручалочка. Ань, спасибо вам большое. Лично для меня вы сделали достаточно много открытий. Я надеюсь, что и для наших телезрителей тоже. Сегодня мы с вами познакомились с умной, качественной бытовой техникой, которая полезна для здоровья. Техника компании «Бион» широко представлена в магазине по адресу Марата, 31. Это угол улиц Горького и Марата. Справки по телефонам 969-889 и 958-878.
Сентябрь. Пора считать цыплят. В следующей программе мы с вами узнаем, кому повезет в этом году, чьи участки будут признаны самыми-самыми в нашем конкурсе «Удача на даче». А пока знакомимся с диковинками Татьяны Еремеевой. Уважаемые дачники, садоводы и огородники, в рамках конкурса «Удача на даче» есть такой раздел «Урожайные грядки». Ну а сегодня мы с вами побываем в урожайном саду Татьяны Васильевны Еремеевой. Татьяна Васильевна, у вас огромное количество самых разнообразных культур. Самые любимые какие? Пожалуй, яблоки. Сколько сортов у вас? До 50-то, конечно, есть, а то и больше. Татьяна Васильевна, а как давно вот заложен этот сад? Как давно он плодоносит? Им стала я заниматься с самой молодости. Ну, пожалуй, с тех времен, лет 40 назад, были посадки первые сделаны. И вот 35-то лет мы уже яблочки едим, это точно. Но кроме яблок, груш, у вас потрясающие абрикосы? На подходе персики, крупноплодные, восхитительные яблоки. Есть виноград, ежевика и фантастические лимоны. Покажете? С удовольствием. Это колоновидная яблоня сорта Golden Sentinel в кадочной культуре. Она, естественно, не зимостойка, и потому на зиму мне приходится этот бочонок укладывать в горизонтальное положение и укрывать листвой, укрывным материалом и добавочно снегом. В принципе, это совершенно несложно. Плюс защита от мышей. А какими они будут, эти яблоки, когда их можно уже собирать? Мы, наверное, снимем их в недозревшем виде и положу, обернув газеткой, в подполье на хранение. И в октябре, в ноябре месяце их с удовольствием можно будет есть, а дом, квартира заполнится запахом отличных яблок. А здесь у меня виноград сорта «Зилга». Это один из первых сортов, что стали садоводы в Иркутске выращивать. Я не в числе первых, но второго уже десятка или более садоводов, кто начал им заниматься. Несколько лет я выращивала эти и другие кустики в контейнерах и вот их спускала на хранение в подвал. А теперь вот две зимы этот куст прозимовал именно здесь, возле теплицы, где летом очень хорошо нагревает. Вот, ему хватает, сумма температур хорошая набирается. Ну и вот я думаю, что урожай достаточно хороший. Мое садоводство располагается в Вересовке. Это холодные микроклиматические условия. И не важно, что холодно, что заморозки. Виноград мы выращиваем в укрывной культуре. Период заморозков накрываем укрывным материалом без проблем. И потому я рекомендую садоводам выращивать его повсеместно. Этот виноград достигает хорошего состояния, набирает нужное количество сахаров и вполне употребим в пищу. Татьяна Васильевна, лично мне очень многие садоводы, друзья, приятели задают вопрос: ежевика у нас растет, и вот воочию я вижу первый раз такую роскошную ежевику. Как давно вы ей занимаетесь? Всего двухлетний период работы с ней дал вот такие результаты. Да уже в первый год выращивания, вот видите, черенкованное растение первого года уже цветет. Я его помещу в теплицу, и за сентябрь оно меня уже накормит первыми ягодками. А вот вообще они вкусные, сладкие, очень косточки. Сладкие. А вы знаете, что ежевику относят некоторые специалисты к числу четырех самых важнейших ягодных культур? А какие? Ну, давайте я сейчас не буду все говорить. Но ежевика в числе первых. Как размножается это чудо? Размножается очень легко, так же, как и другие малины, малино-ежевичные гибриды, черенкованием. Черенкование мы производим и в весенний период, и в осенний. Вот сейчас имеются плети вот такие замечательные. Стоит опустить макушечку этой плети в грунт,
Она вам даст корешки. А теперь, уважаемые дачники, садоводы и огородники, давайте продолжим экскурсию по удивительному плодоносящему саду Татьяны Васильевны Еремеевой. Вот этот вот павловский лимон был подарен мне давно, уже более 10 лет. Я размножаю его также черенкованием, как и ежевику. И самые лучшие растения оставляю, другие куда-нибудь подальше. А весной выношу их из комнаты в тень моих деревьев. Там они прекрасно себя чувствуют. И вот посмотрите, за один сезон вот этот вот лимон дал такие плоды, которые выросли буквально вот с апреля месяца, за лето. Замечательное растение. Вот. И не слишком много места занимают, а продукции дают достаточное количество. Дорогая Татьяна Васильевна, мы ходим в гости с подарками. Вот вам подарок, такая веселая, божья коровка-подушка. Я понимаю, что в саду вы очень много работаете. Пусть у вас будет время, чтобы отдохнуть, прилечь на эту подушечку, вспомнить про нашу программу, сказать добрые слова нашему спонсору, торговому дому «Карс». И традиционный вопрос, ваши пожелания для садоводов и огородников. А садоводам и огородникам я... От всей души желаю крепкого здоровья и столько сил, чтобы хватало их успевать все-все дела делать вовремя и получать высокие урожаи. Имея у себя участок земли, мы всегда хотим превратить его в райский уголок, где можно будет приятно отдохнуть и насладиться теплыми летними деньками. Чем же можно украсить свой садовый участок? Поставить фонтан в саду – это мечта для многих. Самый доступный и оптимальный вариант – это автономный фонтан, который не требует больших усилий в установке. Благодаря встроенному насосу вода свободно циркулирует внутри фонтана, создавая эффект бесконечно текущего потока. Вы будете с наслаждением слушать легкий шум воды теплым вечерком. Оригинальным украшением сада будут подставки под цветы. Яркие, удобные, симпатичные. Они будут радовать вас и ваших близких, а особенно маленьких ребятишек. Садоводам-любителям придется по душе декоративные заборчики, которые придадут цветочным клумбам и грядкам опрятный вид. Создавайте сад своей мечты, воплощайте свои идеи, не бойтесь фантазировать, и тогда ваш сад станет настоящим райским уголком. И как всегда, традиционное пожелание. Пожалуйста, не забывайте восточную мудрость. Кто берет, наполняет ладони, а кто отдает, наполняет сердце. Будьте здоровы. До свидания.